have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Пойдем сегодня с вами охотиться или смотреть на Бигфута. Там вон у нас пещера, из нее какие-то глаза торчат. Кот порекомендовал мне этот режимчик. Говорит, тут весело. Говорит, тут классно. Тут есть мотоциклы, я не знаю. О, бэджики прилетели, прикольно. Так, ты где и что мне делать? Ну, а, тебе что? Надо искать Бигфута. А почему? А, минуточку, его убили? Да. Или всех вас убили? Его уже убили. Ладно, там я смотрел, что оставалось 8 минут этого раунда, но я только зашел, и нас сразу же выкинули в интермиссию. Ну, хорошо. Бигфут так Бигфут, я не против. 15 секунд. Ну, play, Бигфути. Как бы, можно нажать ready, ну да. А ты как тут оно идет, по командам или каждый сам за себя, или что происходит? Ну, в общем-то, есть один Бигфут и есть выживший. Выживший должны убить Бигфута, и ты Бигфут. Черт, я Бигфут. Вот это мне повезло, блин. Я первый раз сюда зашел, вообще не знаю, что происходит. Нет, ты Бигфут, на. Блин, я следы оставляю? Да. Черт, как все Бигфуты, да. А, я еще и жрать должен, да? То есть у меня тут есть стейки в пещере. Но я должен... А вас я жрать могу? Да, ты должен просто брать и убивать нас, чтобы пожрать нас. А я могу не рычать, пожалуйста? Я вижу твои следы. Я тебя поздравляю. Кто-то потерял очень крутые штуки. Так, а как мне ногой топать? Я не знаю. У меня так, теперь у меня есть бинокль. Сайт, у меня есть чардж. Можно я посижу у костра, похаваю? Как бы мне нормально. Я добрый Бигфут. Пока мясо не закончится, у меня все нормально. Ай, ладно, так, пойдемте что-то делать. Что, блин? Где ты? Я посмотрел сейчас на себя от третьего лица. Это, блин, что такое? Почему у меня розовый сундучок на плече? Ай, это просто что-то страшное, блин. Я даже не верю, в каком смысле страшное. Так, я плавать могу-то хоть, интересно? Да, могу. Где вы все прячетесь? Это где ты прячешься? Да блин, огромная карта, вас сколько там? 7 человек, я не вижу никого. Ой, я, кажется, знаю, где ты, я иду за тобой. Давай, давай, иди сюда, я как раз начал проголодываться. Я хочу перекусить. Eat you for a snack. Ой, такой прыжочек у него, такой хопа, хопа. Блин, как мне обилки свои использовать? Ну, чардж это я понимаю, а тут капкан. Вы офигели капканы ставить на человека? Да не очень-то уж человек. Снежный какой-то. Человек! Ты Бигфут. Ой, я вижу много стейков возле костра. Присаживайся, я скоро подойду. Чувствую себя как дома. О, я знаю, где это. Я иду за тобой. I see you. У меня есть ружье с 6 патронами. Жди смерти. Блин. А как мне убить чувака? Вот я догнал его. Что мне с ним делать? Бить. Как? О, ты пополнил хпшку. О, значит, я его убил.
У тебя 380 хп-шки. Вот, ты опять убил кого-то. Неплохо. А у меня есть... Офигеть. А, стульчиком я кидаться типа могу? Мой радар ультра сильно пикает. Пикает или запикивает? Я нашел тебя! Иди сюда, тварь, я тебя убью! Чувак заспаунился! Чувак заспаунился прям! Блин, кто ты такой? Что ты? Ай-яй-яй, больно, больно! Иди, давай, давай, давай! Еще два человека, что ли, осталось, или что? Три? Где вы все? О, я хп-шку восстановил, спасибо. Кто это? Зачем ты меня убил? А зачем ты прыгал? Зачем я ты тебя, меня убил? Я тебя домой на стейки пригласил, а ты мне такой, я тебя убью. Тебя не было слишком долго, когда я хотел стейки. Я вообще призрак, так что встань. О, я выиграл за Бигфут, офига себе. Это было неожиданно. О, круто, мне нужно сделать еще совсем немножко дэмэджа, и я, наверное, смогу получить какую-то вещь. Давай, удачи. Я вообще не знаю, насколько эта игра сбалансирована. Ну, возможно, тоже возможно, наверное, убить Бигфута? Да, конечно. Ну, значит, мне тупо повезло, или уж не знаю, что. Тебе тупо повезло. Наверное. Мне повезло в том, что чувак заспаунился, я такой бегон прямо на моем пути заспаунился, такой ом-ном-ном, и все, и поехали дальше. Так, нанесите 300 урона по Бигфуту, чтобы открыть то-то сё-то. У меня сказано, что выполнено 100%. Каким образом? Ты, наверное, должен опять нажать на эту штуку, и у тебя должно это открыться. А, в чем прикол, что я опять Бигфут? У меня есть для тебя... Что это? Это мясная рулетка, жизнь у меня в руках. Хочешь, я тебя приглашу на ужин? Иди сюда, я хочу мясной рулет. Где ты? Ты опять Гетти? Да, я опять Бигфут. Цыпа. Тили-тили-бум, ты знаешь, где-то рядом. Так, у меня есть лупа, я иду искать твои следы. Он идет искать мои следы, прикиньте, ребят, а? Что? Уйди, уйди, уходи от меня! Я за тобой иду секунд 10. Я иду искать твои следы. Уйди, кто ты? Я такой, у меня есть лупа, я иду искать твои следы. Я такой бегу за ним, такой, ну-ну, ты идешь искать меня, ага. Это вообще делал? Слушай, ты меня пригласил на мясной рулет. В смысле, что я делал? Ну ты съел меня вместе с мясным рулетом. Надо было его из кармана вытащить. Я призрак. Я прям. Не надо меня убивать. Что вы что делаете, такое? Олени? Я за мясным рулетом. Отдайте рулет, и никто не пострадает. У меня был мясной рулет. Ты съел меня вместе с мясным рулетом, так что все. Что тут делает кладбище? Фу, хоть немножко же это хпшку пополнил себе. Я тут нашел кладбище интересное, тут кажется. Но мне же надо вас куда-то девать. Ну ты же, по-моему, наш ездишь вместе с костями, да? Аж остатки, рюкзаки, всякую фигню. Нет! Черт, я сейчас из-за недостатка чарджа сольюсь. Я вижу свою лупу и твои следы.
Черт, все, я слился. Следы похожи на следы какого-то медведя. Неправильно распределил чарджи. Ну хорошо, килл бонус. Че, я троих сожрал, нормально. Ням-ням-ням. Четверых, троих, непонятно. Ладно, еще три человека оставались. Офигеть, тут карта еще есть. Да ладно. Окей. Слушай, хочешь посмотреть на скример, когда тебя Бигфут убивает? Ну, наверное, я сейчас буду играть за охотника и посмотрю на скримак. Или ты опять будешь играть за Бигфута? Да нет, третий раз игра мне такое не позволит. Ты уверен? Ну, тоже должен быть какой-то процент срабатывания, что ли. А если ты ультравезучий? Это не про меня. Это не про меня. Я хочу стать Бигфутом, дайте мне. Я сейчас пойду тебя искать. Так, ты Бигфут. Я видел, что ты Бигфут. Не, я не Бигфут. Я серьезно говорю, на полном серьезе. Слушай, хочешь пойти за мной за бесплатной винтовкой? А ты где? Я возле костра, ну как бы, а, не возле костра, а возле мотоциклов, на самом спавне. Сейчас, погодь. Это ты, Бигфут? Так я же говорю, я сейчас подойду. Слушай, а может не надо, а? Я ухожу от тебя, ты слишком... Я обиделся на тебя. Ой, все. Я пошел искать бесплатную снайперку, все. Не трогайте меня. Блин. А как? А, вот так стомп делается. Ладно, QA. Нет, это я не хотел делать. Вроде тебя поблизости нигде нет. Блин, зря чарджи зарасходовал. Я съел свой мясной рулет. А что стомп делает, интересно? Ну, это типа топ ногой, а какой эффект это дает? Ну, хорошо. Так, мне надо похавать. Топ ногой сбрасывает людей с ног. Ну и где все? Я вообще где-то в лесу, я не знаю, где я. О, винтовка. Я нашел, спасибо, ты мне хотел показать, я нашел. Можно я возьму винтовку? Можно быть снежный человек с винтовкой? Дай мне винтовку взять и сделать тебе хедшот прямо в голову. Ой, я тачку нашел. Слушайте, я так скоро стану очень богатым снежным человеком. Ты вообще-то Бигфут. Ты большая нога. Ну, большой снежный человек. Смотрите, я на фоне своей машины. Это, между прочим, жук, да? Вроде да. Так, хорошо. Голод, тем не менее, идет. Так, а где вы все... Минуточку, а карта? А у меня нет карты. Ну, по идее, я должен знать свой лес, как свои пять пальцев, да? Но я не знаю. Я плохой этот лесник. Где вы все, блин? Это где ты? Да я хожу, огромный лес, какие-то чуваки прячутся за деревьями, никто выходить не хочет. Что? У меня есть специальная газировка, вот специально для тебя, чтобы тебя можно было приманить. Но я ее съем, ха-ха-ха. Ой, стейки, наконец-то, спасибо. Я нашел кучу стейков. Я нашел прям горы стейков. Я тоже нашел костер с кучей стейков жареных. Я еще нашел какую-то машину огромезнейшую, похожую на жук. Опа-опа-опа, стой! Стой. А можно я уйду? Что? Ты близко. Ты очень близко. Слишком близко ко мне! Так. Ты меня видишь? Нет, к сожалению. Зато я вижу тебя. Стой, я слышал! Стой. Я это слышал! Я в тебя вообще попадаю? Ты же не умеешь лазить по горам, ты не скаут, ха-ха. Ну, было, давай, попробуй сюда залезть. Попробуй залезть сюда, о, нуб. Ты не сможешь сделать это. Ой-ой-ой. Там дерево, дерево! Не дразни собаку за забором, да? Где ты? Ой-о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 й
страшный. У тебя много прыщей на лице. А чё ты в меня стрелял тогда?
Вправду, вообще, стрелять воробьев? Я ни на кого, почти что ни на кого не нападаю. Первым фигали вы в меня все стреляете. Почти что. Так, ладно, где вы все? Я нашел эту башенку с бесплатной снайперской винтовкой и рацией. И там еще можно прокатиться на чем-то. Ой, неплохо. Тут еще капкан с Что тут делает граната? Смеемся после слова граната. И что тут делает клеймор? Клеймор мина, что ли? Да. Какого фига они тут взялись? Что-то я хожу туда-сюда, а это бестолку. Где ваш чертов лагерь сейчас? По идее, эти же ребята должны за мной охотиться, а фига ли ничего не происходит. Не прячутся от тебя, потому Привет. Что ты должен за ними охотиться. Они же вообще-то охотники, если чё. Да не. Кто сказал то, что они охотники? Они, наверное, просто Они охотятся. Ждут, пока я с голоду сдохну? Нифига да, себе. Да, они ждут, когда ты с голоду сдохнешь. Интересно, кстати, а чё он ест, пока тут нет охотников? Если у него такие аппетиты, если ему нужно там по 50 стейков в минуту. Что здесь тогда происходит? Здесь какой-то парень случайно взял гранату. Еще какой-то маленький мальчик клеймор. Нашел пулемет. Тут кто-то взял гранату и клеймор. Так, я нашел, где дробовики и винтовки. Наследил тут немножечко. Фига себе, я хожу по траве, у меня ноги должны быть чистые. Почему они в грязюке, почему я оставляю следы? Ну, я понимаю, чтобы меня нашли, но все же. Ну, вдруг ты случайно наступил на какую-то какашку. Как мне использовать? Вдруг ты случайно наступил на медвежий дома. Туалет. Прикинь, я случайно домой пришел. Ладно, по крайней мере, поем. Ты что, реально стейки можешь кушать? А что мне их не покушать? Они восстанавливают здоровье, они восстанавливают голод. Но они? Так. Правда, я все съел. Ну, их ладно. План провалился. О, день. День наступил. Какой день? А, ну, да, прикинь, день солнышко. Наступает. Ой, я теперь вас буду лучше видеть. Я вижу кого-то, да! Я пытаюсь попасть, подстрелить хотя бы. Ой, я нашел отличную территорию для глайда. Они вместе, кстати, ходят. Вот когда ты станешь охотником уже? Я не знаю. Я хочу тебе показать очень крутое место. Так, минус 2. Да не попадайте вы в меня, вы чё? Они чё, друг друга стреляют? Я глайдер. Блин, зачем призраку глайдер? Нет, вы чё? Да, умри. Как ты в меня попадаешь? Я за деревом стою! Ты чё, ну, блин? Наконец-то! Столько лет прошло. Ладно, неплохо. Все, ребятушки, на этом, наверное, сегодня Йетти будем заканчивать. Ну, мне понравился режимчик, такой прикольный, веселый. Всем спасибо, что были с нами. Приходите на следующую серию Роблокса. Роблокс бесконечен, как и его миры. Пока что всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.